Поймали за руку. Московские наркополицейские с поличным задержали 28-летнюю приезжую, которая делала закладки с героином на востоке столицы. У тебя при себе есть какие-то запрещенные препараты на территории Российской Федерации? Да. Наркотики. Где они у тебя находятся? Нормально. Девушка несла 19 свертков с наркотиком. Видимо, очень хотела заработать и веселиться. Но теперь рядом с полицейскими радость изображает лишь смайлик на ее сумке. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками ОНК УВД «Повал» по городу Москве была задержана гражданка. В ходе ее личного досмотра было изъято наркотическое средство героин в крупном размере. 127 граммов наркотика девушка забрала из тайника по адресу, который ей сообщили в интернете. Позже она получила инструкции по закладке уже расфасованного героина. Сейчас полицейские разыскивают поставщика. Злоумышленница будет дожидаться суда под арестом.